Привет, ты на канале Magic Pets, ставь лайк и пиши свой комментарий. И подписывайся! Да, а я Софи. А я Миша. А я Юмичу. Ой, как дети малые, а я киса Алиса, привет. Привет, пушистики. О, чтобы вас немного раскачать и развеселить, я решила устроить вам интересный челлендж. Что за челлендж? На выполнение заданий. Ну, мы такое уже делали. Нет, в этот раз не просто так. Вы будете делать то, что зададут вам котята. Выполнять то, что они любят больше всего. Котята? 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 Киса, Алиса, когда ты успела завести котят? Каких это еще котят? Вы что, с дуба рухнули? Не беспокойтесь, это не Алисины котята, это волшебные котята, маджики. Может, ты имела в виду мэджики? Мы мэджик-питомцы. Ты мэджик. А наши подписчики мэджики. То есть, это наши подписчики котята? Нет же, маджики это тоже волшебные питомцы, как и вы. Ничего не понятно. И они типа будут задавать нам задания? Все верно, и в этот раз это будут котята. Всего их 12, а вас четверо. На каждого по 3 котенка и по 3 задания от них. Кто из вас справится лучше со своими котятами, тот и победил. Что-то я ничего не понимаю. Так, смотрите, вот это коробка с котятами. Ого, и там сидит 12 котят? Да ладно, ничего себе. Давайте попробуем, кто первый достанет котенка. Ну, давайте я буду первая. Давай, Софиш, доставай. Так, достала. Что это? Вот, отлично, а теперь давайте посмотрим, кто у нас тут такой. Тебе попался. Тут у нас котенок по имени Пирожок. А вот тут задание для вас, читаем. Он любит залезать на деревья и пожевать травку. Значит, это ты и должна выполнить. Залезть на дерево и пожевать травку. Ого, вот это челлендж. Стой, Ань, а что с этим котенком? А что с ним? Как я узнаю, что это именно тот котенок Пирожок, если он не похож? Он же без морды и вообще полностью фиолетовый. Поэтому они волшебные котята. Потому что они одинаковые и безлицые? Нет же, Юмичу, потому что внешний вид каждого маджика неизвестен, пока кое-что не сделаешь. Что? Давай, покажи нам магию. Смотрите, купаем котенка в теплой воде. О, как красиво это выглядит! И правда магия. И теперь можно обнаружить, какой именно это котенок. Точно, это Пирожок, как с картинки. Но это еще не все волшебство. Покажи. А теперь этого же котика купаешь в прохладной воде, и мордочка меняется. Вау, такого не может быть. И так у всех? Ага. Я теперь хочу увидеть всех котят. Так интересно, кто как выглядит, как зовут и что он любит. А я хочу всех этих котят себе. А для этого нужно всего лишь выиграть челлендж. Сможешь выполнить задание котенка, заработаешь балл за каждое задание. Выполнишь лучше всех все задания, выиграешь всех 12. Вот это класс, погнали. Так, Пирожок мой, никому не трогать, я пошла выполнять задание. А трава-то вся желтая, осень уже. Тут даже поесть-то нечего. Ладно, сделай вид, что типа немножко поела. За такое, Софи, не один балл, а полбалла. Могла и постараться. Ну, нету тут травы зеленой. Ладно, попробуй хотя бы на дерево залезть. С пенечка на пенечек, и вот оно дерево. Ничего себе, какое оно высокое, я же не кошка, я не залезу. Мне страшно, я боюсь высоты. Но зато я залезла на вот эти вот высокие пеньки. Считайте, что тоже на дерево. Софиш, все-таки не совсем считается. Но я же лажу по этим пенькам, как кошка, смотри, на какую высоту забралась. Полбалла вместо одного будет честно. Ладно, но все равно я целый балл заработала. Ну что ж, Софи выполнила свои 2 задания и заработала по полбалла. Так, теперь моя очередь. Посмотрим, как справлюсь я и какой котенок мне попадется. Так, Мичу, тебе попался котенок по имени Малыш. Вот такой милый розовый. Он любит играть с клубочком и хорошенько вздремнуть. У Юми задание легче, чем у меня. Ну, Софиш, все же зависит от того, кого ты сам достанешь. Такие задания тебе попадутся. Давай, скорее купай этого маджика и посмотрим, как он выглядит. Мне кажется, у него там клубочек. Сейчас отмоем его. О, он практически такого же сиреневого цвета. Так, сейчас я проверю. Тут достаточно прохладная водичка. Давай засовывай его сюда. Посмотрим, как изменится его мордашка. Ух ты, он глазки открыл. Сиреневый, это мой любимый цвет. Лучше бы мне досталось вздремнуть и поиграть с клубочком. Я же киса. Ну что ж, мне эти задания выполнить будет несложно. Вот она моя кроваточка. Вздремнуть любит любой питомец. И я в том числе. Так что это задание я выполню легко. Готово, я 1 балл заработала, а вот с клубочком у меня проблема. У меня нет клубочка, только вот такая игрушка. Но она же похожа на клубочка, это считается, да?
Ну, Юмичу, а Софи мы не засчитали не до конца выполненное задание. Нет клубочка, нет полного балла, полбалла. Мне что, надо было нитки, что ли, найти и самый клубок сплести? Юмичу, у нас все справедливо. За выполнение задания этого челленджа Юмичу у нас зарабатывает 1.5 балла. Осталось еще целых 10 котят. Так, сейчас я выберу, достаю. Так, отлично, сейчас Мишка будет выполнять свое задание. И у нас тут милый котенок Маджик по имени Горошек. Он должен быть салатового цвета. Миш, ты достала свой любимый цвет. Как угадала. А задание у тебя — мяукать при полной луне и ночная прогулка. Но я же не кошка, я не умею мяукать. И сейчас не ночь, получается, я не могу сделать ночную прогулку. Какой классный. Давайте посмотрим, что в холодной воде. Он открывает глазик. О, он такой миленький, у него такие классные ушки. Я могла бы пойти на ночную прогулку, но сейчас не получится. Да, Мишань, ты вытащила классного котенка, но получается, пока что не можешь выполнить ни одно из заданий. И что делать? Ну, если ты ночью отправишься на прогулку, ты сможешь заработать как минимум 1 балл. Этот котенок должен был достаться мне. Я умею мяукать, и я люблю ночные прогулки. Ну что ж, тогда придется пока что отложить Горошка. Ладно, дождусь ночи. У Мишки 0 баллов, а сейчас моя очередь. Киса, Алиса, зачем ты запрыгнула в коробку? Я хочу выбрать такого Маджика, чтобы мне удалось выполнить задание на 2 балла и опередить всех. Так нечестно, киса Алиса. Не беспокойся, Юмичу. В этом и фишка, упаковки у всех одинаковые, ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Тогда этот... Алис, ну что ты творишь? Так, кисе Алисе достался котенок Крапинка. Твои задания — это сидеть под одеялом и охотиться на мышек. Ого! Ох, как же красиво, они моются. Да, и правда классно. А котенок какой милый, смотрите, с мышкой. Няшный. Интересно, что у него появится в прохладной воде? Сердечко на глазике. О-о-о! Кто это у нас там под одеялком? А чья эта лапка торчит? Кто это заработал себе 1 балл? У Алисы тоже легкое задание. Софи, не жалуйся. У меня вообще еще 0 баллов. Киска Алиска у нас и правда любит сидеть под одеялом. Ты как Крапинка, да, киса Алиса? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь, а? Я всех побежду, я всех выиграю, понятно? Попробуй поймать мою руку, а? Киска Алиска. Все, отстаньте от меня, я должна выполнять следующее задание. Ну и отлично, а я пока достану себе следующего. Чего ты? Моя очередь, Юми. Так, не спорьте, это Софишин Маджик. А я выполнила задание на еще 1 балл. Я котенок Крапинка, поймал вам мышку. Ребята, киса Алиса обгоняет всех в нашей таблице челленджа и зарабатывает сразу 2 полных балла. Юмичу, ты себе уже Маджика вытянула? Да, я же следующая. Сначала Софи, ей достался пряник, который любит смотреть в окно на птичек и играть с мячиком. О, ну это не проблема. В прохладной воде у этого милого рыжего пряника с мячиком голубеньким появляются глазки. Ну что ж, на окошке я посидела, на птичек на подоконнике посмотрела. Погнали выполнять следующее задание. Да, в мячик играть ты, Софиша, любишь, поэтому тебе не составит труда выполнить и этот челлендж. Ура, наконец-то я заработала целых 2 балла. Я очень хочу выиграть всех и победить всех. В этот раз тебе действительно повезло. Софи и Алиса меня опережают, но ничего страшного, сейчас я вас всех побежду. Ох, какой милый котенок достался тебе, Юмичу. Хрумка любит точить коготки и хрустяшек. С хрустяшками я точно справлюсь. Ух ты, какой он пузатенький, прикольненький. И окрас у него прикольный, и голова такая большая. Он трехцветный, еще и с мисочкой. Так, окунаем его в прохладную водичку. И о, он открыл ротик с язычком. Прям как ты, Юмичу. Он очень на тебя похож, мне кажется. Это все потому, что он любит покушать. Сначала я выполню это задание и поем хрустяшек. За это я точно заработаю 1 балл. Могу выполнять это задание вечно. А коготки могу предложить тебе поточить пилкой. Но за это ты заработаешь только 0.5 балла, потому что ты же не можешь поточить свои когти об дерево или когтеточку. Ну вот, я только догнала Софи, а не обогнала ее. Так, надеюсь, мне в этот раз повезет. Следующая я. Ну что, Мишка, посмотрим, улыбается ли тебе удача сегодня. Это котенок Бантик. Очень красивый, и задание — мурчать и обнимашки. Опять задание, которое должно достаться было мне. Все котята такие разные. И всех их так здорово купать. В тепленькой водичке мы эту кисоньку искупали, а в прохладной у нее появляются вот такие милые глазки. Давай, Миш, я помогу тебе поручать. Попробую выполнить хотя бы это. Надо, чтобы тебе было уютненько, и делать так. Мыр-мыр-мыр-мыр-мыр-мыр. Brrrr.
можно сказать, немножко получилось. Ладно, Мишань, полбалла ты заработала, а то, что ты любишь обнимашки, все и так знают. Я тебя сейчас пообнимаю, и ты заработаешь еще балл. Кажется, у меня еще есть шансы победить. Да, Мишка, а теперь твоя очередь, киса Алиса. Так, с кого бы выбрать? Ну, давай попробуем вот этого маджика. Открывай, я добавлюсь к заданию. Котенок-пузырек. Ему нравится, когда расчесывают его шерстку, и если ему чешут животик. У него, видите, даже расчесочка. О, кажется, киса Алиса не заработает баллов. Почему всем достаются такие легкие задания? Ну, если честно, я думаю, что этот челлендж для киски Алиски совсем не легкий. Смотрите, какой голубенький. Купаем этого няшку в прохладненькой водичке, и у него появляются на мордочке вот такие звездочки. Я не очень люблю расчесываться, но это, по крайней мере, терпимо. Я могу даже лечь и заработаю этим один балл. Какая я молодец, скоро выиграю всех котят. Это правда, киса Алиса, ты справилась с этим заданием, но дай-ка я почешу тебе пузико. Нет, только не пузико. Нет, я не люблю, когда мне чешут живот. Лучше балл не заработаю. Как мы и говорили, киса Алиса с этим заданием не справится. Ну, один балл в любом случае Алиска заработала. Ничего себе, счет между нами тремя сравнялся. Да, напряженный момент, ребята. Я чур беру вот этого маджика, я его выбрала. Эй, Юмичу, сейчас моя очередь вообще-то. А ты не зевай. Юмичу, а ну, не нарушай правила, все должно быть честно. Ладно, обратно. А, я уронила. Ладно, ничего, я запомнила их, девочки. Итак, Софишке досталась милая ириска. Запрыгивать на шкафы и кресла и залезать в коробочку. Ой, она такая классная, у нее правда есть коробочка. И такие большие прикольные ушки. И она такая рыженькая, такая классная, мне нравится. Это мой цвет желтый, я его люблю. И я люблю прыгать вообще. Это задание должно было достаться мне. Неправда, Юмичу, а я вот люблю сердечки. Видишь, какие у него глазки появились на мордочке. Так что все. С запрыгиванием на кресло, а также на шкафы и вообще на какие-то предметы у меня с этим проблем точно не будет. И я прекрасно заработаю себе балл. А вот с коробкой у меня будут проблемы. У меня фобия коробок, я вообще боюсь коробок. Я не люблю залазить в коробки, мне так страшно залазить внутрь. Я не знаю почему, это необъяснимо. Я не могу перебороть свой страх даже ради балла. Софи, что там сложного в коробку спрятаться? Ты кошка, киса Лиза, для тебя, может быть, это не проблема. Ну, я залезла так, немножко, так что полбалла заработала. Это же всего лишь коробка, Софи. Я на самом деле тоже бы в коробку не залезла, так что, Софи, ты молодец. Я рада, что вы не спорите, а поддерживаете друг друга. Молодцы, вот так и надо. Нет, неправда, каждый сам за себя. Это челлендж, и каждый хочет победить. А сидеть в коробке нет ничего сложного. Вот бы баллы давали за выполнение чужих заданий. И все равно мне 4,5 балла, я всех перегнала, и я на первом месте. Это еще не конец, давай, ну распаковывай скорее. Так, Юмичу, ты у нас достала полосатика. Тебе нужно свернуться калачиком в кресле и попить молочка. Юмичу везет с заданиями. Неправда, у меня были тяжелые задания. О, как красиво, с него краска сходит, так прикольно. Ага, полосатик пузырьки пускает. Так, вот такой красавчик с язычком у тебя, Юмичу, получился. Калачиком свернуться не проблема, сейчас я в креслице залезу. И вот тебе калачик и один балл, ура, погнали. Вообще много молока собакам нельзя, но чуть-чуть, для челленджа можно, чтобы балл заработать. Я бы тоже от молочка-то не отказалась. У всех задания круче, чем у меня. И я опережаю всех. Да, у Юмичу пока что 5 баллов. Тоже победит. Ну что, Мишка, кого вытаскиваем? Ох, ну, давай вот того справа, что самый ближе к тебе. Окей, хорошо. И тут у нас Маджик Бублик. О, это самый пухленький из всех котят. И такой тяжеленький, такой миленький, такой хороший. Валяться на диване и вкусняшки. Миш, ну что, ты, мне кажется, должна заработать здесь 2 своих балла. Самый пухленький, как Миша. А серенький, как киса Алиса. Я не такая толстая. Я тоже не толстая. Так, все, хватит, ребят. Купаем его в прохладной водичке и ух ты, смотрите, у него во рту появилась косточка. Вау, такой классный. Погнали валяться на диване. Это не твое задание, Юмичу. Ну и что, и я тоже хочу повляться. Толстопузы пушистые выгнали меня с дивана. Ура, кажется, я заработаю себе 1 балл. А теперь пойду поем вкусняшки. Мне вот не досталось ни одно съедобное задание. Почему? Вот так нечестно. Дайте хотя бы просто вкусняшек так поесть, а? Без задания, а? Ну что ж, Мишка заработала себе еще 2 балла. Молодчина. Ничего себе, я так плохо начинала. А где она, кстати? А, я, кажется, поняла. Уже стемнело, ночь, и она пошла на прогулку. А, заработай себе тот балл в начале. Ага. А вдруг Миша победит? Считать, что ли, Юми не умеешь?
Ну, Мишка, ты даешь, и правда, ты постаралась и заработала себе 1 балл. Я уже и забыла об этом задании, а ты его все-таки выполнила. Какая ты молодец. Очень-очень-очень страшно, если честно. Ну что ж, у нас остался последний участник, это Киса Алиса, и посмотрим, как у нас завершится наш челлендж, потому что финал непредсказуем. Кто победит? У нас тут остался последний маджик, посмотрим, кто это в тебе попался, Киса Алиса. Конечно же, у меня сейчас останется что-то простое, и я выиграю. Это котенок Пуша, и у тебя задание ловить бабочек и поцелуйчики. У этого котенка даже бабочка есть. Зато у меня бабочки нет. А можно использовать вместо бабочки какую-нибудь игрушку летающую, а? Какой красивый. Никто не вправе вмешиваться в твое задание, Киса Алиса. Как ты придумаешь его выполнить, так и выполнишь. От этого будет зависеть твои баллы. А у котенка в прохладной водичке появляется поцелуйчик на щеке. Почему у меня такие сложные задания? Больше всего я не люблю, когда мне чешут живот и целуют меня. Я сама лизаться могу, а целовать меня нечестно. Вот, считайте, что с бабочкой я поиграла. А поцелуйчик? Не люблю. Ну, Киса Алиса, тогда тебе не поставим целые баллы за это задание. Поцелуйчик? Нет, я не хочу. Какая ты вредная, Киса Алиса. Ну, неужели ты не хочешь победить? Алиска зарабатывает за это задание 1,5 балла. С малюсеньким отрывом побеждает Юмичу, а все остальные, на удивление, занимают 2-е место. Класс, вся коллекция! 12 крутых котят-маджиков с меняющимися мордашками мои! Я могла победить, я хочу еще играть с маджиками, чтобы выиграть! Да, было классно, и я хочу еще таких челленджей! Ну давайте закажем еще! Там есть другие? У нас будут еще маджики? Да! Класс! Аня, где ты их закажешь? Не переживайте, для таких же любителей волшебных питомцев и челленджей, как мы, я оставлю в описании ссылку, где я их покупала. Вдяк! Чтобы эти и другие разные милые маджики нашли себе еще хозяев. Юми, поиграть-то дашь? Нет. Юмичу, друзья всегда делятся друг с другом. Ладно, да. А я себе своих выиграю.